потрясающе выглядит. Будущая мачеха сына Фриски восхитила публику. Дмитрий Шепелев сделал большой комплимент своей возлюбленной Екатерине Тулуповой. В марте этого года она родила ведущему сына, которого назвали Тихоном. Глядя на нее, сложно поверить, что она является молодой мамой, жизнь которой почти всегда наполнена бессонными ночами. Ведущий и сам признается, что его поражает, какой красивой его избранница остается, несмотря на тяжелый период в жизни. Помимо этого, Дмитрий отметил, что Екатерина прекрасно справляется со своими материнскими обязанностями. Она потрясающе выглядит, она чудесная, нежная, трогательная мама для нашего новорожденного малыша. И еще она ни на секунду не потеряла свое совершенно особое чувство юмора, которое я очень люблю, пишет Шепелев в Instagram. Тулупова после родов установила дома правило, пока Тихон маленький, то уход за ним она берет на себя, а в обязанности Шепелева входит забота о ней. Ведущий исправно соблюдает данные обещания. Он иногда дает ей отдохнуть от домашних хлопот и отводит на свидание. Недавно он устроил ей романтический вечер для двоих на крыше столичного дома.